Торжественное мероприятие чествования ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны состоялось во дворце Мекан. В годы Великой Отечественной войны туркменистанцы на различных фронтах сражались вместе с представителями других народов и внесли весомый вклад в общую победу. Важно отметить, что для ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, в Туркменистане действуют значительные социальные льготы. Государство обеспечивает ветеранов войны бесплатным газом, электричеством, водой и другими коммунальными услугами в полном объеме. Ветераны войны и вдовы солдат, погибших на полях сражений, имеют право бесплатного и первоочередного лечения во всех государственных медицинских учреждениях. На церемонии чествования с приветственным словом выступил председатель Демократической партии Туркменистана. Он поздравил участников праздника с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне и подчеркнул, что эта дата символично объединяет героическое прошлое и величие современной эпохи. Выступивший подчеркнул, что подвиги участников войны из Туркменистана навсегда останутся в памяти потомков. Почетными гостями на празднике были ветераны Великой Отечественной войны, а также труженики тыла. На встречу с ветеранами были приглашены представители министерств и ведомств, общественно-политических организаций, военнослужащие вооруженных сил Туркменистана и студенческая молодежь. Торжественное мероприятие продолжилось выступлением творческих коллективов. По завершению встречи от имени президента Туркменистана ветеранам были вручены ценные подарки. Мероприятие было организовано Хакимликом столицы совместно с Демократической партией. Спасибо большое, скажу. Спасибо большое.